И начнем с темы, которая вот уже больше месяца на устах жителей Бурятии. Новая власть. В руководстве Байкалбанка засветились варяги. Об этом сообщает газета номер один. Известно о четырех новых сотрудниках банка, которые пришли извне в самый разгар кризиса. Сегодня они являются топ-менеджерами и наделены значительными полномочиями. Имена двоих из них – Виталий Авдеев и Игорь Сараев. Оба уже имеют опыт в банковской сфере и представлены коллективу как советники председателя Совета директоров Александра Венедиктова. Эксперты связывают появление варягов с привлечением дополнительных инвестиций. По информации же нашего источника, председатель правления и основатель Байкалбанка Вадим Егоров и вовсе ушел в бессрочный отпуск.